Отметили год, именно столько работают в Саратове народные дружинники. Поодиночке добровольцы не ходят, патрулируют улицы только вместе с полицейскими, причем работают в отряде люди самых разных профессий – водители, сварщики и продавцы. Для многих это дополнительный заработок, ведь за помощь полицейским городские власти платят до 5000 рублей в месяц. Совсем недавно дружинники помогли задержать торговца наркотиками, но мужчину завели уголовное дело. При выходе дружинника на службу в обязательном порядке он имеет при себе служебное удостоверение такого образца и рабочую книжку дружинника, в которой заполняет он состав наряда, состав дружины, маршрут.